Вывоз мусора с контейнерных площадок – одна из наболевших проблем округа. В топ микрорайонов с душком часто попадают ЖК Лайкова, Немчиновка, Трехгорка. Там бытовые отходы могут не убирать по несколько дней. Поступило 62 обращения из топ негатива адресов – это Лайкова, город события 28 обращений, Немчиновка, связистов 11 и Немчиновка, советский проспект 108. За муниципальными учреждениями закреплено 466 контейнерных площадок, сформировано 19 бригад. На базе этих учреждений имеется коммунальная уборочная техника в объеме 19 единиц и работники комплексной уборки территории, это МБУ и МКУ, 70 дворников, которые в ежедневном режиме осуществляют обход контейнерных площадок, подбор, значит, на контейнерных площадках мусора. 33 контейнерные площадки в Трехгорке. Муниципальные службы обслуживали с декабря по февраль. В том числе освобождали контейнеры от крупного строительного мусора. Сейчас этим будет заниматься уже региональный оператор. Было поставлено на постоянной основе на вывоз 33 площадки в микрорайоне Трехгорка, 8 площадок на улице Белорусской. И, соответственно, также было задействовано 3 бригады, 6 единиц техники, 8 человек. Общий объем вывоза за весь период силами ОМСУ более 7000 кубических метров по акту. Корень зла – тупиковые и узкие проезды, запаркованность домовых территорий. В проблемном ЖК «Сколковский» 13 многоквартирных домов и 7 тысяч жителей. Чтобы решить проблемы с вывозом мусора и качественно выполнять работу, создали специальную комиссию. По итогам комиссионного выезда было принято решение, что перенос контейнерных площадок с тупиковых проездов ближе к выезду и увеличение емкостей на площадках, чтобы площадку с одного места убрать и расширить, которые имеют более свободный подъезд к ней. Решение об изменениях принималось совместно с региональным правительством. Перенос контейнерных площадок произойдет после схода снега. До этого все перемены согласуют с жителями микрорайонов. У нас сейчас задача провести работу с жителями, для того чтобы с ними обсудить эти новые места установки контейнерных площадок, чтобы им было это комфортно и удобно. И, соответственно, чтобы у нас не было дальше конфликта, что жители недовольны тем, куда были перемещены площадки. А это необходимо делать, потому что на сегодняшний день жители недовольны тем, что к этим площадкам невозможно проехать и невозможно их вовремя очистить. Установка дорожных знаков, организация проверенных маршрутов – еще один вариант решения проблемы. Особенно для таких микрорайонов, как Новая Трехгорка, где автомобили буквально на каждом шагу. Если не вывоз будет составлять больше 2 дней, ответственные службы должны отправлять информацию в чат-бот. Предоставлять нам информацию именно о тех площадках, которые засветились на 2 или более раза, чтобы мы предпринимали какие-то оперативные системные меры, чтобы эти площадки с фона уходили. Большое внимание уделят графику вывоза мусора. В планах для удобства жителей разместить на контейнерных площадках информационные стенды с подробной информацией. Карина Гиряшева, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».